Презентация книги «Судьбы солдатские» состоялась накануне в окружной библиотеке. Это второе дополненное издание. В него вошли истории воинского и жизненного пути 101 жителя деревни Андик. Петр Хабаров, председатель регионального общественного объединения «Андикское землячество», вместе со своей супругой Светланой собирал материалы о земляках, вставших на защиту Родины в тяжелые для страны времена. За 2 года кропотливой работы, сбора документов и воспоминаний набралось так много материала, что было принято решение издать книгу. Идею поддержали и власти, и общественность Ненецкого округа, а проект получил финансирование в рамках конкурса грантов для социально ориентированных НКО. Действительно, это очень важно. Прежде всего для нас, которые живут под мирным небом, которые не знают тягот, страха войны, читать, погружаться, учить других, рассказывать об этом, чтобы это никогда не повторилось. Это очень важно, нужно. Поэтому презентация этой книги сегодня прошла очень трогательно, эмоционально и важно для всех нас. Хабаровы собирали информацию буквально по крупицам. Кто-то из односельчан предоставлял письма и наградные листы, кто-то делился сохранившимися воспоминаниями. Была проделана долгая работа в архивах разных городов, на интернет-ресурсах с данными участников войн. Приходилось даже проводить целые расследования, чтобы определить, кто является земляком из нескольких полных тесок. Пережила, во-первых, очень сильное волнение, потому что судьба каждого человека очень неоднозначная, вызывает сочувствие большое. За каждого сопереживаешь. И поэтому, конечно, а молодых мальчишек, которые ушли на фронт 17 лет и погибли, вот как тут? Вот я, как уже сказала, нецелованными ушли. Ведь по жизни-то кроме труда ничего не знаю. И пошли, защищали Родину и достойно защищали. Светлана и Петр Хабаровы настолько прониклись поиском воинского пути жителей Андига, что даже побывали на могиле одного из земляков в городе Выборге, который погиб в сражении на подступах к Ленинграду. Надо идти. А я, говорю, ты невесту не видел. Забрался на лестницу, да через окно смотрел, с кем же я пойду под венец. Уроженка Андига Ульяна Аполлоновна Истомина, стоявшая у истоков создания землячества, знала почти всех героев этой книги лично. Вспоминает с улыбкой о простых и чистых душой людях. Собрать детей, внуков и им рассказать про эту книгу, про содержание, про людей. Это обязательно. Тогда она будет работать. Первое издание разошлось тиражом в 100 экземпляров по всей России и даже за рубеж вслед за андикчанами, которые разъехались в разные уголки мира. Но новая информация все поступала и поступала, поэтому в свет вышло второе, дополненное издание. «Судьбы солдатские» — это не только о войне. Это книга про любовь, семейные и духовные ценности. К сожалению, тираж издания совсем небольшой, но каждый желающий может познакомиться с судьбами андикских солдат разных лет, взяв книгу для прочтения в окружной библиотеке. И хочется верить, что именно эта книга не будет пылиться на полке. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».